Играя на ZD. Вторая карта, город. Только зашел. Управляю разведчика. Так, есть двое умирающих, кормленных, есть двое раненых. Можно в бою их, в принципе, отличить в следующем, можно сейчас. Что делаем? Так, ненужные вещи можно разобрать. Обрез, например. Крафт уже шестерка, смотрим, что мы можем сделать хорошего. Не расходует патроны. Следующий восьмерка. Обычное прохождение проще сделать. Это чтобы не тратить патронов. Так, вот это уже напрасный расход времени, неплохо. И здесь аналогично. Так, ну что ему сделаем? Пожалуй, что то есть он у нас какой-то причинен крафтер вообще. Ну ладно, хорошо, давай. Лечение. Лечение здесь должен крафтить. Так, что дали? Дали припасы. Конечно, туда. Вот как единственное здесь показывает, вот из этой территории мы прошли через нее. Ну, еду нам надо. Без всего остального еще можно прожить, но нет, еда тупо умирает. Вход сверху, здесь ничего не показывает, мы будем исходить из того, что чудеса возможны, поэтому поставим немного по-дурацки, но чтобы вот этот был с любого направления первым. Hey. Yes. I hear you. I hear you. Hey, on my way. Enemy spotted. Yes, I hear you. Hey. All right. Hey. Yes, sir. Let's move.
Эй! I am ready. Видно, разведка прокачалась, автомат даже никаких усилий для этого не прилагал. А вот ближайшие ходы я смогу сделать супероружие ближнего боя. Так, крафтинг стал восьмеркой, и теперь лучшее оружие ближнего боя в игре – резак. Чем он лучше бензопилы, тем, что может использоваться одновременно с щитом. То есть бензопила 6.05, но щит нельзя повесить, как видно. Резак, во-первых, больше. Во-вторых, одновременно со щитом используется, то есть он и блокирует, и нападает, с пилоном только нападает. Крайне кривая и неудобная карта. Постараемся вытянуть. Первый здесь, второй здесь, третий здесь. Как ты побежишь у нас? Yes, sir. Yes, sir. Дело в том с этой кучей, что она не лутается. То есть сейчас видно будет, он дойдет и встанет. Видите, он ничего с ней сделать не может. Yes, all right. Hey, yes, sir. Attack. Hello, enemy spotted. Hello.
Так, можно сейчас вылечить, может кто-то из... Ну, хотя, что бы нет. Лечим. Вот видите, у меня результат повышает лечение. А вот это крайне плохая игрушечная карта. Здесь зомби могут быть за краями. С арбалетами вполне можно даже не добить. Hey! Hello! Yes! Hello! On my way! I am ready! Yes! Yes, sir. Присоединился. Кто ты? Строитель. Нужен ли нам строитель? Не нужен нам строитель. Наверное, не нужен нам строитель. Крафтинг 9. Максимально надо для стационарных пушек. В последнем самом уровне это очень полезная вещь, но мне надо дико много. Ресурсов. Ни медикаменты не нужны. Так, вот там вполне может не быть прохода в эту сторону, то есть по этой стороне пойдем, другим путем. Сюда, потом на черную. Дать ты еды пригласить, за едой я ничего не буду делать. Все-таки там что-то есть. Стоит ли рисковать? Давайте рискнем. Приятно, конечно. Hello.
Рисует проход только слева. Давайте посмотрим. Yes. I am ready. Yes, sir. Confirmed. All right. Confirmed. I am ready. All right. Hey, fight. Yes, sir. I hear you. Yes. Yes, sir. Hey, attack! Attack! Yes. Cool. I am ready. Так, туда даже прохода нет, да, получается. Yes. Hey. Hey. On my way. Yes, sir. Yes. Hello. On my way. Let's move. Небогато. Это вот то, что я нашел, судя по всему, это мусорки и все, больше не хочу. И лекарь из этого Чангли не фонтан. Полезного стрелка, значит, делать будет. Одно лечение ставить. Я не знаю, как другого теда, наверное. Ну, до сих пор много, видите? То есть нифига его не лечит. Не учит, не лечит, ничего не делает. А из этих кто? Ну, вот этот лучше. Соответственно, переодеваем броню. И лечить будет полицейский. Чангли будет стрелять. А вот это хорошо. Опять же, медикаменты все меняем на еду. Эх, лишнего купил, ну ладно.
Так, полицейский нас будет лечить, ему стрельба это ни к чему. Этот хороший стрелок, ему лучше. Этот стрелок посредственный, но все равно ставим его. То есть совершенно напрасно вот эти штуки приобрел. Здесь уже медленнее продвигается, то есть можно более спокойно ходить по карте, но я этого делать все равно не буду. По одной простой причине, что до выхода дойти нехорошо. Так, вот, комментов теперь у меня нету. Лечение 7, 7, 6. Как они быстро учатся, этот ничему больше не учится. Если не стреляет, не учится лечить на перерыва, ничего не выучит. Опять ремонтник. Ремонтник мне просто не нужен. Последний это наш ТЭД, которого я вроде хотел сделать как лекаря. Давайте ему сделаем, почему нет. И выход. Так, все, что в финальном бое будет использовано на карте, все будет, соответственно, исчезнет. То есть и ресурсы не возвратятся. Финальный бой на второй карте я сниму отдельно. Ну, смотрели, спасибо.